Друзья, всем привет! Меня зовут Ксюша, и с вами Нескучный фитнес. Сегодня мы с вами возьмем небольшой комплекс на ягодичные мышцы, переднюю поверхность бедра и мышцы пресса. Они сегодня у нас поработают особенно хорошо. Обязательно пишите о своих ощущениях и результатах в комментариях к этому видео. Первое движение некоторым уже знакомое. Мы поднимаем одну ручку наверх, вторую опускаем вниз. И наклоняемся в полуприседе. Еще разочек в другую сторону. И раз. Садимся низко, наклоняемся тоже низко. Ручки выпрямляем до конца. 7-8. Раз. Два. Три. Четыре. Теперь мы делаем по три счета быстро. Раз. Два. Три. В другую сторону. Раз. Два. Три. И теперь вся восьмерка снова повторяется. 7-8. Медленно 4 раза. 2, 3, 4. По 3 счета быстро. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Теперь мы разворачиваемся на широких ножках. Сгибаем ноги в коленях. Коленки у нас под 90 градусов. Встаем на переднюю ножку. Заднюю поднимаем до упора. И еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И четвертую восьмерку делаем на другую ножку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Этот комплекс достаточно легко запомнить. Давайте соединим с самого начала. 7, 8. Медленно. 1, 2, 3, 4. Быстро. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Еще раз медленно. 1, 4 раза. 2, 3, 4. Ускоряемся. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Хочу сделать небольшое уточнение. Плечо мы вперед не наклоняем. Корпус вперед не уводим, мы наклоняемся четко в сторону. Дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Давайте сделаем данный комплекс чуть-чуть побыстрее, а затем 2 раза все вместе под музыку. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 и 6, 7 и 8. И еще раз. 1, 2, 3. Быстро. Пум-пум-пам. Ручки вытягиваем. До конца выпрямляем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну что, давайте попробуем сделать 2 раза подряд в музыку все вместе. Stronger and stronger. Whoa.
Данный комплекс для суперрезультата вполне достаточно будет повторить 5 раз для первого раза.